Драйв-шоу, поехали! Оба, вы не успели моргнуть, а мы, драйв-шоу, поехали, уже находимся в Новой Голландии. Судя по большому количеству людей, которые здесь чилят, в Питере никто не работает. Собственно, у нас есть Иван, вот, и есть Лиза. Собственно, они будут искать самого умного, а мы уже определим, кто будет самый умный. Соответственно, мальчик, девочки. Ты же за девочек? Я за девочек. Или же мальчики. Итак, 5 вопросов, ровно 1 минута, погнали. Извините, пожалуйста, а можно вам задать буквально 6 вопросов? Hello, darkness, my old friend. Как звали Петра Первого? Петр. Петр. Фамилия Петра Первого? Романов. 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 Не помню. Камон, царь. Царь Петр. Не помню. Ты думаешь, царь — это фамилия, да? Когда день рождения Петра Первого? Не знаю. 9 июня. Сколько лет Петру Первому? 500 лет. Он бы обиделся сейчас. Всего 350. Ну, около 400, наверное. 350 лет, почти. 350? Какая ты молодец! 150. 350, Лёша! Мне кажется, ты сейчас уснёшь. 350? Какая крутая! Ну, 350. Абсолютно верно. Сколько было Петров первых? Он один. Один? Один. Молодец, Марс! Ты просто космос, Марс. Да, ты как думаешь? Я тоже думаю, что один, только единственный был Петр Первый. И это правильный ответ. Hello, darkness, my old friend. I've come